Всем привет, ребята! Здравствуйте! С вами Братуха, и это Игровой Робот. Ваш ангар, рубрика, она так и не поменяет свое название, потому что достойных названий в комментариях под видеороликом не было. Помните, видеоролик «Ваш ангар» вышел на моем YouTube-канале. 113 комментариев набрали под этим видеороликом. Много людей захотело тоже, чтобы я посмотрел их ангар. И я, ребята, это, конечно же, обязательно сделаю. Сейчас обновлю страницу. Вот таким образом она сейчас у нас обновляется, если это видно. Так. Всем привет! О, с вами Братуха, это Игровой Робот. Это видео включилось, то есть 2669 просмотров набрали 25 августа видеоролик. Состоялся 194 лайка, господа, то есть лайки вы мне ставите. Ну, не знаю, много ли это мало, но я сам себе даже лайк ставлю. Сам лайк как анонизм, а тоже успех к оргазму. Вот, 113 комментариев, здесь у нас описание, если кто не знает, вот это вот маленькое все описание, то есть здесь все ссылки на телеграм-канал, на донат, здесь и карты, и PayPal, но PayPal, правда, что-то вот не работает, так что можно вот второй канал для стримов здесь, вот наши хэштеги, группа ВКонтакте, заходите в Warobots18+, там проходят конкурсы. И вот наши комментарии, здесь самые популярные, вот самые новые. Последний день назад, что за всем привет, что-то там всем ребята. И вот самые популярные, упорядочим, я обещал, что три популярных комментария, ребята, айдишники, посмотрю, и ваши ангары. Спасибо всем большое, кто задонатил. Это Серега, Дима, Руслан. Спасибо большое за донаты, пока я отсутствовал. Спасибо, ребят, большое. Любые донаты от вас очень приятны. Внизу, в левом углу, вы можете увидеть реквизиты для Сбербанка. И либо по номеру телефона можно закинуть на Киви кошелек. И с другого банка по номеру телефона при перевод, потому что у Братухи нет монетизации, ничего нет, то есть никаких денег с Ютуба я не зарабатываю, ноль абсолютно. Вот, так что спасибо всем за материальную поддержку. Огонек, пацаны, вам всем зачтется, вернется обратно в десятикратном размере. Давайте будем теперь смотреть комментарии, подготовимся к взводу, к частному. Я предупреждал в том видеоролике, что буду вносить вот сюда, если человек находится на платформе iOS, на платформе Steam, там Mgame, Shmame и так далее. Вот, а он здесь не отобразится, то есть ему участвовать бессмысленно. И также, хотите участвовать, пишите свой айдишник, открывайте приглашение во взвод. Потому что тоже, если у вас закрыт приглашение во взвод, вот тоже участвовать бессмысленно. Так что вот у нас здесь приглашение по ID. И мы сейчас смотрим первый комментарий. Я все комментарии постарался пролайкать, добавить лайки. Вот, и 7 комментариев, такой популярный комментарий, хотя 13 комментариев, 13 лайков самый популярный, да, вот, но здесь у нас, вот не знаю, давайте попробуем сердечки поставить еще на последних 5 и попробуем обновить, может тоже какое-то сердечко сыграло роль. Всем привет! Всякое может быть тоже, могу тоже повлиять нечаянно, но... Получается так, что, смотрите, здесь 13 лайков, здесь 7 лайков, здесь 2 лайка, здесь 4, здесь 7 лайков. То есть 2, 4, но мы обещали, что, то есть я говорил, что только вот про лайк, то есть самые популярные 3 я буду учитывать. Ну, не знаю, ребята, это YouTube, я ничего не подкручиваю, вот, потому что вот так сходить смотреть, вот видите, здесь уже в конце 5 лайков, да, то есть ходить, бегать так внизу, искать, легче взять 3 популярных.
В общем, первый Мизередер. Привет, Володя, на Фафнире. Я играю в ПВ, он там тащит. Однажды я 4 легенды на нем взял. Есть скрины. Хавок я использую, если иду на сближение. И опускаясь на землю, гарпию по мелкому я вкачал на скорость, чтобы долетать до противника, огибать препятствия и 100% попадать фаерболами. Это у нас герой прошлого видеоролика объяснил за свой аккаунт. И как видите, он выбился в топ 13, он был вроде на втором месте. То есть мои вот эти вот лайки тоже играют какую-то роль. Идея, как можно назвать рубрику «Ангарчики». Нет, ну это не очень. Один фаер размотает весь твой ангар, и титана оставит на десерт. Ну, вот ребята общаются. В общем, давайте в следующий раз, или даже давайте не в следующий раз, а сейчас. Сейчас я попробую пролайкать все, чтобы поставить всех в одинаковые условия. Потому что для меня это самое важное, чтобы все были в одинаковых условиях. Никакой подкрутки, чтобы никто не чувствовал никакую нечестность от братухи, чтобы все было по-братушески, по-братски. Вот, видите, 8 лайков, посмотрите, 8 лайков, один ответ Камикадзе. И он не популярный, то есть YouTube его не счел популярным. Как все это делает YouTube, я, ребят, не знаю. Здесь вообще, смотрите, лайки не могу поставить, да? Странное дело, Иван Шевченко. То есть я сейчас всем 113 ребятам пролайкаю. Вы это все видите. Никакой подкрутки нету абсолютно. Потом обновим страницу. Обновление страницы проходит характерным включением звука. То есть я еще раз поздороваюсь с вами. Вот. Так что все лайки, вот вы видите, да, у нас будут. Это лайки от меня. Странно, вот здесь вот нравится, а здесь вот снять отметку нравится автору, то есть сердечко. Вообще-то вот тут вот как странное сердечко. Я взрослый мужик, вот Назару Мусинову сердечко ставлю. Вот как вообще это можно расценивать, да? Хотя вот ни разу не было такого случая, чтобы у меня за 7 лет блогерства, за 7 лет съемок игры War Robots кто-то обижался, что я ему сердечко поставил. Ни разу такого не было. Наоборот, были ребята, которые просили. Всем привет! Всем привет, вот я поздоровался, да? Упорядочил, упорядочил у нас уже популярное стоит. Александр Дрофеев. Так, Мизерет у нас не считается, он уже участник бывший. В общем, Александр Дорофеев, вот он айдишник оставил, мы его копируем сейчас. Привет, Володя, новая рубрика «Огонь», еще нравится, что ты говоришь, как и есть, и ничего не скрываешь. По скрипту постоянно не играю, лаги и обновы не дают, почти забросил, но изредка захожу. Надеюсь, угорнешься моего ангара к моментам, к комментам и высказываниям готов. Ну, это хорошо, что ребята готовы к критике от братухи, потому что не все переносят ту самую критику от братухи. Люди у нас обижаются многие на высказывания братухи, если он кого-то там где-то начинает чехвостить. Так, окей, нажимаем. Ангар пилот. В общем, у нас вот пилот. Google Play. Смотрите, Google Play. Какое-то странное у нас меню, подождите, да, ид игрока, да, и вот платформа Google Play. Интересно, у нас еще новая менюшка, что теперь идет квалификация, то есть он давно не играет, он не в клане, 628 тысяч среднего урона, в общем, у нас, как не фейк, а у нас АФК, АФК аккаунт, 38% побед, 2 робота уничтожено, тут максимальный урон 2 ляма, серия побед 8, всего побед 937, в общем... Вот такой у нас ангар. Ну, раз ты, парень, не играешь, вот я к другим тоже, вот к тебе, пилот, уже поздно обращаться, да. Я к другим ребятам обращаюсь, дорогие товарищи, зрители, школота. Давайте не будем свои мертвые ангары пихать, потому что, ну, лучше смотреть на игровые аккаунты, чем на мертвое говно. В общем, Артур у нас, получается, на пулеметах. Ну,
успел прокачать до 28-го, ну, еще сколько платина, да, ребят, и получилось. Но против 150-х, там, 25-х, понятное дело, что это мясо. Прям вот такого шоколадного Артура я бы в бою бы встретил бы, блин, был бы очень рад на своем Ауджане, встроенным огнеметом, его бы пожечь. Следующий аккаунт у него левый в МК2 вкачет до 8 уровня на дробашах. Дробаши слабые. В общем, ребята, да, лина. А, кстати, я не заметил, какая у него лига. А, у него нет квалификации. Но я думаю, что там голимый песок, понятное дело. Наташа на темпестах и молотах. Пулеметчица тоже. Наташа пулеметчица. Пилотов рассматривать не буду. Что было-то налепило. А фура на Зевсах. Вообще жесть, как парень этот давно не играет. Я думаю, он не играет лет уже, наверное, 5, потому что, или 6. Потому что 6 лет назад фура на Зевсах была актуальна. Лео на Афидах и Термитах. Нет, он играет, конечно, долго. То есть он раз Титана успел вкачать. Я имею в виду, что он фуру лет 6 не менял в ангаре. В общем, Лео на Афидах и Термитах, и Скобар Лич, короче, на Таранах. Лич на Таранах, тоже интересно. Не знаю, я бы тоже попробовал бы погонять, но не в этих реалиях, там хреново туча щитов, телепортации. Один только там может телепортироваться ко мне Ревенант на 350 метров, потому что у меня пушки на 350 метров, и убить меня. Так что в большой лиге играть на таком роботе — это самоубийство. Плюс, ну, даже если в МК-3 все, тоже считаю самоубийство. Это в маленьких лигах можно кого-то там нагибать, ходить, хвастаться, видео снимать. Смотрите, как Лич на таранах нагибает, хотя ты там в серебре находишься. В общем, это АФК-шный ангар, первый блин комом. В общем, ребята, не надо так делать, пилот, ты, в общем, редиска. Давайте следующий, у нас получается, мы смотрим Exodus, Mandodos, вот он его комментарий большой, очень приятно, люблю большие комментарии. Очень интересная задумка, занятная, интересно посмотреть на другие ангары, сравнить мехов, титанов, кто каким вооружением пользуется, что-то взять на заметку себе, даже есть какая-то мотивация. Стал 3 лайка поставил, стал смотреть чаще твои выпуски, и вот не зря оказывается. Очень классно, что всегда на связи с однокашниками по игре, без заискиваний, прямо и открыто. Можно назвать рубрику «Зацени ангар», мой айдишник, копируем его айдишник. В общем, до слез братуху прям растрогал. Ангар не прокачан прям до МК2, но играют тактически и ничего, добрался до бриллианта. Тут я уже со слезами на глазах, да, сентиментально пробил меня до самого сердца, душевно написал, и уже я стал плохо читать. Ну, сейчас утрем слезы радости и закинемся в игровой процесс, в игрушку. Посмотрим его ангар, что там у нас в ангаре. Тенс, вызываем, вызвать... Зима, никнейм его Зима, вот здесь уже, смотрите, развернуто, да, участники ИД-клана, вот, клан Паха, Святой Легион, ИД-клана 139-306, то есть реклама, пацаны, с вас 100 тысяч рублей. Платформа Google Play, Эксперт 3, кстати, очень хорошо, что стали писать платформу, я вот как-то высказывался, что было бы здорово знать, кто откуда, кто с Иоса, а кто с ПК. То есть мы даже не знаем. Дело в том, что раньше нажимаешь на человека, на профиль игрока, да, и там высвечивается, мы не можем открыть этот профиль. И пока ты не нажмешь, ты не знаешь, что он с другой платформы. То есть надо делать лишнее движение. Сейчас, нажав на профиль игрока, то есть на самого игрока, да, вы видите, что платформа Google Play. То есть уже нажимать на этого парня можно. Вот, на сам Google Play. И тогда у вас все выскочит. Кстати, очень интересно посмотреть, будет ли там платформа. Кстати, сейчас мы давайте это... Нет, потом, после этого парня, после зимы, мы посмотрим в Лиге Чемпионов другие платформы. И посмотрим, можно ли на них зайти, кстати.
Эксперт третий, 3225 кубков. Надо нажать на Google Play. Кстати, обратите внимание, еще один немаловажный фактор. Здесь ид игрока, как видите, они перекинули направо разработчики, чтобы не копировать. Потому что когда я все время нажимал на этого парня, да, на любого парня, я все время, блин, копировал айдишник. То есть с жирным пальцем это было неудобно делать, даже мышкой. Сейчас ид игрока находится правее, то есть скопировать, вот, пожалуйста, копируй вот здесь. Молодцы разработчики, хороший момент, и давайте больше не будете ничего менять, то есть обратно перекидывать. Это вообще вот такую фигулю надо было делать еще давным-давно, но хорошо, что рано или поздно это делается и исправляется, вернее, даже поздно, лучше, чем никогда, вот так можно, вернее, сказать про это. Google Play, давайте посмотрим. Зима из России 38 тысяч. Победы 42%. Средний урон лям. Роботов уничтожено за бой 2,6, 0,5, 11. Максимальный урон 3 лямчика 100 тысяч. Всего побед 2500. В среднем где-то 5000 боев сыграл. Это нормально для эксперта лиги 3. Миллион среднего урона тоже, в принципе, нормально. Сейчас сбросимся вниз и опупеем от его сборок. Я уже вижу змей-муромец на булавах. Мало кого я в чемпион лиги вижу на булавах. Я вообще, наверное, на булавах никого не вижу. Все на лазерах бегают. А смотрите, какое смелое решение. На булавах, да, один лазер, вот, и две булавы. Не знаю, может, просто другого вооружения у парня нет. До 62 уровня смог прокачать. То есть платины не хватает категорически, катастрофически. Только донатеры могут вкачать себе титанов. Все остальные ребята вот так ходят, можно сказать, полураздетые. Да? Донатеры в шубах, а обычные игроки полураздетые ходят. Это, конечно же, большой минус, если разработчики меня смотрят, что вряд ли. Но вы можете, ребята, подхватить эту мою идею, передать там разработчикам, да и вообще растрепать всем в разных соцгруппах по игре War Robots, по сообществам, для того, чтобы сравнять более-менее титанов, донатеров и бедных игроков, чтобы разработчики ввели шансы побольше зарабатывать платины обычным игрокам. Давайте, ну, понятно тут, что было опять наклепали на Титана. Давайте слева направо посмотрим. Нет, давайте справа налево посмотрим. Первый, наверное, у него выходит Ороч за маяками. Ороч 9 уровня, очень хрупкий. Я не знаю, там, наверное, 100 тысяч хп. Кстати, было бы очень здорово, если бы разработчики тоже бы подумали бы по поводу характеристик. То есть, смотрите, набираете, например, Орочи у противника, и сразу здесь выскакивают характеристики: количество хп уже на уровне, да, и количество урона уже тоже на уровне напротив оружия. То есть здесь у нас получается, к примеру, я говорю, да, 90к, здесь, например, 1100, здесь 1100, вот так как-то, да, было бы, например, здорово бы. Вот здесь шестой уровень, смотрите, 1050, вот здесь седьмой уровень, 1100. То есть было бы здорово, да, уже видеть количество урона, вот здесь количество хп на прокачанных роботах. То есть вот такое информационное меню. Мистер Бриджит 40 уровня. Не желтое, понятно, денег нет, но все равно старается, смотреть в Т4 переводить не собирается, но Т3 точно есть. На панчерах 6-7 нормально для эксперт-лиги, кстати. Я бы с удовольствием бы поиграл бы в эксперт 3 на Рочи, панчерах. С удовольствием бы погонял, посмотрел бы, как они там вот в эксперт лиге 3 тащат. Вот именно такая сборка. Долго ли живет 9 уровень и много ли наносит урона? Но я думаю, что живет недолго и урон наносит мало. Но проверить все равно хотелось бы. Следующий робот у нас Dread Shell. Dread Shell уже на современном оружии. 7, 5, 4, 7, 5, 5 уровень. 11, но здесь уже, так сказать, МК-3 и МК-2 не пахнет, все еще только на прокачке. До МК-2 уровня тоже вот МК-2 вот это переделали бы разработчики, было бы вообще огонек там с 1 по 12, перевод на 13, потом 13 до 24 качаешь, и потом опять перевод на 25 за голду. То есть
Я думаю, что было бы здорово с 1 по 25 качать, чем вот так МК1, МК2. То есть вот еще раз обращаюсь к разработчикам, например, если они слышат, сделать именно такую систему куда легче, чем вот эти всякие ваши МК1, МК2, МК3. В общем, здесь у нас Dread Shell на новом оружии. Я думаю, он наводит хаос в эксперт-лиге. Вот, здорово, тоже хотел бы погонять, посмотреть. Но я думаю, количество ХП, не знаю, долго живет он, нет. Я не могу характеризовать вот этого робота в эксперт-лиге 3. Я могу сказать, что в чемпион-лиге это мясо. Вот это мясо, это мясо. А в эксперт 3 мы там не знаем. В общем, Херпи, ребята, тоже на жопе ровно не сидит. Сборку у него 2 скальда и куджелы. Ну, не знаю, такое нормальное, я бы сказал, бы вооружение. 2 дробаша огневых и огневые фаерболы. Тоже, думаю, неплохо. Нормальная прям сборка. Пилот у него в Т4 уже сделан. Солидно уже так качает, да? Ну, что-то, да? Вот, молодец вообще, классно, классно, вообще красавчик. Чё он говорил, что готов ко всему, я пока хвалю, вообще молодец. Все по уму, по маячкам, там туда-сюда, здесь тоже. Если нету 4 пушек Куджела и нет 4 пушек Скальдов, вот, можно повесить вот такую сборку. Было бы плохо, если бы он сюда бы повесил бы Куджел, а сюда бы, например, там какие-нибудь Пунишеры или Магнумы, например. Тоже не, было бы плохо. Так, в принципе, нормально. Молодец. Вопрос только вот как заряжается скальды с куджелами. Не получается ли так, что стреляют сначала они все вместе, а потом по отдельности? 2, 2, 2, 2. Вот так как-то. Ретро Ревенант, Смута, Крамола. Ну, тоже молодец. Смотрите, Ретро Ревенант уже на такой дальней сборке стоит, если надо, телепортнулся к противнику, пострелял в упор, зачем-то телепортнулся обратно, пострелял в гриф. Вот здесь я вообще не понимаю, зачем крамолы стоять на ретро-ревенанта. Я думаю, ну понятно, что у него есть смута, это понятно, да? Вот, но пушек больше нет, было бы, наверное, 4 крамола повесил бы на херпе, да? Ну вот на ретро-ревенанта я бы не стал бы вешать вот такие пушки, я бы повесил бы, да, куджил бы и еще дробаш. Ну, как у меня, в принципе. Ну, а так, я не знаю, ну, издалека стреляет, походу, тоже, в принципе. Что было, то налепило, тоже попробуй ты там вот так вот поиграть, да, когда у тебя пушек ограниченное количество. Вот, дальше у нас 2 крамолы. Кстати, смотрите, раз, два, три, четыре. Четыре крамола на херпе можно повесить, чего бы и нет, да, кстати. Странно. Ну, вот так выбрал. И, кстати, панчеры, вот смотрите, 2 куджела бы повесил бы на ревенанта. Вот, получилось бы, панчер стреляет своим пулеметом, впритык хорошо попадает, и куджелы, дробыши помогают панчеру, в общем. Я думаю бы, если бы мой ангар был бы, я бы 2 куджела повесил бы на ретро-ревенанта и панчер бы сюда, а 4 крамолы повесил бы на херпи, вот, а на другого ретро-ревенанта повесил бы 2 скальда и, возможно, какое-нибудь другое еще оружие, если нету инцинератора. Ну, в общем, вот здесь что-то прям напутано вообще, мне кажется, конкретно. Притом, посмотрите, панчер стреляет прямо в робота, а крамолы стреляют за позицию, то есть какой смысл 2 крам, то есть за стенку, да, то есть панчер он не может за стенку стрелять, нужно стрелять в противника. Ну, фиг его знает, может быть, учет стоит на том, что крамола 7 уровня впритык тоже очень сильно дамажит, потому что у них очень хорошая скорострельность, к тому же у них очень точное попадание. Я думаю, что, наверное, какой-то смысл есть, да. Вот, в этих сборках, я думаю, что он и наверное, и 4 крамола ставил на херпе, что-то, наверное, может, не понравилось. Ну, не знаю, в общем, здорово, здорово, я бы поэкспериментировал бы, классно. Знаете, я вот, это хороший, смотрите, спорный такой момент, вот по этим 3 роботам, прям очень спорный. Напишите, пожалуйста, в комментариях, не забудьте указать свой ID для следующей съемки рубрики. Вот, напишите, как бы вы бы вот это вот сделали бы,
прав ли он или прав я, или у вас какая-то другая есть на этот взгляд версия. Но я обратил внимание, что у него есть еще три спецангара, здесь тоже. Вот на третьем спецангаре у него есть, смотрите, Куджел, пятый, видите, то есть Куджелы тоже есть. Вот, Куджел, два Куджела, видите, инцинератор есть, вот, Мута есть, Раздор есть, то есть спириты. По сути, он оружием-то, смотрите, он хорошо, четыре призмы есть, но это он... Наверное, донатил, открывал. То есть есть, посмотрите, оружие. Есть с чем экспериментировать. Вот это первый спецангар его. Здесь у нас тоже Змей Муромец на Кистене и Булава и Дазлер. Здесь Змей Муромец. Тоже вот непонятно, зачем платину вкидывать в одного, во второго и в третьего. Тоже непонятно. В общем, первый его спецангар шериф Деметр Скорчи. Вот, Скорпион на музыке. Вот все деньги вкладывает в разное количество пушек, от того и не прокачать что-то одно. Видите, какая история. Не гонитесь вы вот за тремя спецангарами. Сколько голды потратили? Не надо. Один спецангар вам вполне хватит. Там четыре робота вам вполне хватит. Не нужно пятый слот покупать. И качайте его 4 робота. Быстрее умрете, быстрее уйдете в другой бой. Херпи, посмотрите, скаут, шериф, магнитар, дальнобойщик, да. То есть получается фридом и хазарды. То есть массы и хазарды. У нас на Тифоне. Тифон МК2, кстати, вкачан. А вот, но он на первом ангаре, во втором ангаре, который у нас высветился. Значит, он на нем сейчас играл в бою, раз мы так смотрим. Вот, и сирена у него на призмах и гека, тоже нормально. В общем, много оружия, много роботов, дофига прям, да. Это, ну, круто, это здорово. За 5000 боев, ребят. То есть донатер, да, по любасу. Спасибо большое у нас Зиме, молодец, вообще прям очень много всего, там у тебя пушка и всего остального. Вот, ты сам, наверное, определиться не можешь. Что тебе, где и как вот прокачивать. Но я тебе тоже посоветовать ничего не могу. Я в таких случаях вообще ничего не советую. Потому что пиксоники могут все отребалансировать, сломать. Какие-то пушки могут урон не наносить и так далее. То есть вы все прекрасно знаете, это у нас проблема в игре Warrobots. Вот, мы суперская, крутая игра Warrobots, самая лучшая игра на мобильной версии игр, на мой взгляд, самая лучшая игра. Но она настолько ломаная, багованная, разработчиками не целованная, не любленная. Разработчики только считают эту игру как доход, она для них как приемный ребенок. А для меня игра... Warrobots — это родная игра, родной ребенок, и я за него переживаю. Вот. А все остальные разработчики, они уже давно отчимы, падчерицы для нашей с вами игры. Ну что ж, Зима был у нас Святой Легион на ID 139-306. 100 тысяч рублей в копилку братухи за рекламу. Давайте посмотрим следующее. Значит, у нас кто... Следующий у нас получается инсталлятор Ростелеком. Приветствую. Смотрю твои видосы каждый день. Глаголишь все по факту. Побольше побед и поменьше ливеров. Спасибо большое за комментарий. Парень у нас набрал хоть и 4 лайка, но YouTube сказал, что он популярный. Теперь мы сворачиваем, значит... Так, не сворачиваем. Заходим, значит, Зиму ликвидируем. В прямом смысле. Не ликвидируется. Значит, мы выходим. Видите, тоже еще одна интересная фигуля, которая сломалась у разработчиков. Это крестик нажимаешь, а он не ликвидируется. То есть, жесть. Это все недоработки, это все сломано. Это все надо чинить. Вот. Нажали, сейчас работает, видите, а до этого оно сломалось, потому что подзависло, скорее всего.
Ну что, следующий у нас приглашение уже отправлено. Блин, а что такое? Видите, я его удалил, опять попробовал пригласить, у него приглашение уже отправлено. Ему нужно подождать. Так, или заново создать взвод и пригласить его в другой взвод. Так, инсталлятор. Такой же никнейм у него и есть. Тоже Google Play, мастер второй. А, черт, подождите. Подождите, дорогой инсталлятор. Мы зайдем в лигу легендарную. Посмотрим, есть ли у нас Play Store. Вот тут, например, тоже какой-то ютубер. Google Play. Так, здесь у нас Enrico. Google Play. Так, Карака Макака. Google Play. Что-то такое прямо. Это все легендарные игроки. И они все из Google Play. Тоже Google Play. Batavia. Google Play. Так, такое ощущение, что у нас нету никого с другой платформы. Google Play. Странно. И заходишь, да, все. Реально Google Play. Реально Google Play. А вообще ивусов нет. Google Play. Google Play. В общем, я не вижу ни ивуса, ни какой-то другой платформы. Может, они сделали вот такую фичу, но забыли нас всех объединить, как бы. А, стойте, смотрите. Фишка в... Так, все, я доперла. У нас здесь отображается только Android. Это в бою мы можем встречаться с ИОСами. Значит, в следующих видеороликах я обязательно этот момент просмотрю. Так, все понятно. Это мы, значит, в бою только встречаемся. Видите, не всегда добротухи допирает моментально, но допирает же. Я как обычный игрок, обычный человек, все своим умом. В общем, тоже здесь инсталлятор у нас получается мастер второй. Не в клане находится. 4600 почти чемпион. 5600 побед. 3 лям 800. То есть у него там 11 тысяч стопудово побед. Ой, 11 тысяч боев. Он должен быть уже в чемпион лиге давно. Победа 46%. 1 100 000. Прошлого, да, прошлого игрока вспоминаем. 1 100 000. У этого парня тоже 1 100 000. Сразу подкрадывается мысль. Ливер. А ну, посмотрим. Роботов 1.9, 0.1. И смотрим теперь по роботам. Так, Титанокс минус 3. 2-го, 3-го спецангаров нет. Титан 1, Окс минус 3. Циндерах, которые понерфили. Вот парень слезы льет. Дальше, Ревенант, 5 уровень, Панчер, как, подождите, да что ж такое? А, ну понятно, это, короче, парнишка одел говно роботов для того, чтобы я... Так, стоп, короче, у нас прошло много времени с того момента, как инсталлятор поставил этот айдишник в, на конкурс «Ваш ангар». И дело в том, что он, скорее всего, забыл про это, одел слабых роботов и пошел в бой. Для того, чтобы слить лигу. А как по-другому можно, ребята, это все объяснить? В общем, смотреть ангар мы этот не будем. Первый ангар, напомню, у нас был АФКшный. Второй интересный, но по сборкам спорный. А второй ангар, сейчас мы видим инсталлятор, это на 99%. И 9% я уверен, что в данный момент он с этим ангаром ливает. Снижает лигу. Как попался. Ну, ребята, я не виноват. Вы сами с усами. В общем, 11 тысяч боев. Одевает говно и сливает, скорее всего. Вот такие вот, ребята, дела. Вот такие вот у нас инсталляторы в боях играют. На канале Братухи прославляются. Что у него там был за приветствую, смотри твои видосы каждый день. Глаголишь все по факту, побольше побед, поменьше ливеров. Ребята, это он мне за ливеров пишет, представляете? Вот это да, вот это парень молодец, конечно. Красавчик, вообще молодец. Такой красавый, я балдею.
Ну ладно, я напоминаю, что с вами была рубрика «Ваш ангар». Для того, чтобы поучаствовать в этой рубрике, попасть на видеоролик к великому ужасному братухе, на его YouTube-канал, который уже 7 лет снимает про игру Warrobots, неизменно ваш, вам нужно под этим видеороликом нажать лайк. Чтобы было 300 или там 400 или 500 лайков. То есть нажать лайк. Вам нужно написать какой-нибудь комментарий. Указать ID. Ну, комментарий такой интересный, чтобы братуху до слез довести, да? Сентиментальная братуха. И пробиться в душу. Оставить свой ID. Желательно вот Android. Потому что iOS мы вряд ли посмотрим. Хотя все разработчики, может, уже давно поменяли. Фиг его знает. Вот, ID, комментарий, лайкос, и попросить кого-нибудь, чтобы вас там залайкал туда-сюда, короче, чтобы вы попали в самые популярные комментарии, как вы это видели, сейчас мы отобрали самые популярные комментарии. И повезет, будете в этой рубрике, не повезет, не будете. Желательно, чтобы те, кто уже был в этой рубрике, не писали айдишники свои, чтобы не попадать. Просто комментарий можно писать, ID уже не надо. Вы раз были на видео, то уже как бы хватит. Ну, чтобы я не путался, могу подзабыть ангары, правильно? Ну, на этом, в принципе, я заканчиваю. С вами был Братуха. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте свои комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. Все для нас, да. Всем пока-пока.